Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня небольшой такой хобби-влог. Ну, во-первых, раскрашиваю, покажу буквально пару покупочек небольших. Ну и что раскрашиваю? Собственно говоря, докрасила я, показывала в предыдущем влоге. Начинала нарцисс красить. Вот такие вот, такой пробный заезд, знаете. Пробовала так, варианты. Поэтому немножко разные получились здесь. Такой здесь такой, да, но в целом мне нравится результат, я довольна. Это гелевые ручки с фикс прайса, я думаю, все помнят. Я их показывала. Дальше купила вот такой вот лак акриловый, я взяла глянцевый, но, наверное, муж сказал, зря, нужно было брать матовый. Ну ладно, попробую глянцевым, потом, если не понравится, возьму. Да что ж такое, не хочет камера. Если не понравится, возьму поверх матовый. Взяла его, чтобы покрыть картину. Я ее уже докрасила и хочу сейчас вот лаком покрыть. И можно будет искать ей место, где она будет на постоянном месте жительства, так сказать. Куда ее повесить? Вот рабочий стол. Муж подарил мне на день рождения Алису. Что вам еще интересного показать? Пару раз просили, говорит, покажи рабочее место. Я его уже как-то показывала в целом. Ну так, чуть-чуть скользь покажу. Вот, что бывает на рабочем месте. Когда скучно или когда долго сижу раскрашиваю, бывает, хочется что-нибудь. Вот такие сегодня у меня конфетки. Да. Как маленький ребенок, да, грызу и раскрашиваю. Ну, на столе, как всегда, бардак. Ну, как муж говорит, это не бардак, это творческий беспорядок. Так что буду сейчас, нужно подобрать какую-то кисть удобную и буду пробовать. Это у нас Малевич. От Малевича лак. Ну, буду пробовать. Не знаю, смотрите, я не разбираюсь в них абсолютно. Так, водная акриловая дисперсия, пропилен, гликоль. Вот. Много разных было, много разных форматов, много разных вариантов, ну, фирм, объемов. Ну, я взяла. В общем, вот, наносится в один или два слоя с промежуточной сушкой. Так, образует прозрачную глянцевую пленку, которая не смывается водой. Вот. Так. А чем наносить-то? Ну, кистью, наверное, да, не валиком же. В общем, вот такой интересный лак будет у меня. Ну, в любом случае, я планирую еще красить. Это пока первая полноценная эта картина, которую я прям начала и закончила. И поэтому буду красить. Ну, а в целом, что докрасила эти цветы на черном. Продолжаю красить Кербера-Занеса «Хрупкий мир», «Мироморфозы», которые все пытаюсь закончить раскраску. Вот. Потихоньку крашу. Очень много начатых работ. Это еще не все, это только просто то, что здесь у меня под рукой. Оно все под рукой, везде у меня все, везде раскраски, где только можно было вокруг меня. Знаете, настроение такое бывает, что там начну, там чуть-чуть, поэтому это нормально. В моем случае это очень нормально, но вот здесь закончила. Очень мне понравилось, и я бы с удовольствием еще посидела, покрасила. Кстати, вот на вербу хорошо было раскрасить, да? Я бы еще сейчас посидела, прям пораскрашивала с удовольствием, но у меня очень много начатых работ, которые хотелось бы до конца месяца закончить. Поэтому я решила, что я сначала их закончу, эти работы. Ну, а потом уже с чистой совестью буду красить здесь. Потому что если сейчас засяду с этой раскраской, что вот у нее крышка выгнулась. Если я с ней засяду, то это уже будет надолго, и я ничего не доделаю то, что нужно доделать в этом месяце. Продолжаю свой хобби-влог. Что-то у меня тут сорвалось. В общем, буду сейчас красить. Ну и сразу хочу показать. Было у меня еще пару покупок. Они не совсем к раскрашиванию относятся, но тем не менее. Так или иначе, это не раскрашивательные. Прошу прощения, как начинаю снимать, они начинают сверлить. Это не раскрашивательные, так скажем, да, не канцелярия, не раскраски, но непосредственно тоже имеют к этому отношение, потому что я там, бывает, блокнот оформляю, еще что-то.
котором пишу. И решила тоже здесь показать. Заказала вот такие вот листочки для блокнота. Я уже, к слову сказать, давно заказала и тоже давно уже получила. Но как-то все не судьба была, наверное, показать. Я просто даже не помню, показывала я их или нет. Поэтому еще раз покажу, если показывала. Еще раз, если не показывала, значит, первый раз. В общем, вот такие вот листочки. Интересные они в двух цветах. В общем, как ее достать? Вот такие. Вот такой, знаете, почтовые карточки. И более серый такой, и более коричневый. В двух оттенках. Мне почему-то кажется, по-моему, здесь три даже варианта сейчас. Этот мне вообще нравится. Прямо очень такой Париж, видите? Одна такая с зеленцой серая. Старая прям, да? Здесь вот старая, но коричневая. И, по-моему, прозрачная еще. Да. Еще прозрачные. Вот такие вот. Тоже как почтовые открыточки. Калька такая. Можно поверх делать, можно еще что-то. Ну, в общем, вот такие листочки оформлять блокнот, ежедневник, кому что нравится. Дальше заказала вот такой набор был Алиса. Я выбрала именно Алиса, не знаю почему, мне захотелось вот именно так все это дело заказать. Она была так вот в конвертике, такая вот подложка. Интересно. Ну, тоже можно, кстати, оформить в использовании, так скажем, ее пустить. Ну и, собственно говоря, листочки. Такие. Так, что у нас здесь? Вот просто такая калька в клетку. Такая вот картиночка. Можно, видите, опять же. Ну, не особо прозрачная, но можно компоновать, что-то делать, придумать. Была в наборе. Вот такая вот карточка. Дальше. Вот такая вот интересная. Кстати, ее можно как конвертом, я так понимаю, сложить. Как будет конвертик. Карман, конверт. И второй, собственно говоря, тоже конвертик. Можно сложить конверт. Можно так приклеить, вырезать можно. Кому как нравится. Дальше, ну, понятное дело, была вот веревочка бечевковая. В наборе вот такая вот салфеточка была в наборе. Ну и дальше мелочевка. Давайте покажу, кому, может, кому-то интересно, может, кто-то тоже смотрит на эти наборы. Вот такая вот вырубка была, ну, просто вырезки, это даже вырубкой, наверное, не назовешь особо. Вот такая, они односторонние. Это, кстати, если я не ошибаюсь, они, по-моему, как наклейки идут. Можно клеить уже без клея. Это наклеечки. Такие вот. Вот такая просто бумажечка. Это тоже, по-моему, наклейка. Да, и здесь наклейка. Я надеюсь, вам видно. Дальше вот такие вот с Алисой карточки. Вот такая вот. О, намусорил бумажками. Дальше опять же наклейка. Вот они прям липнут. Так, с какой стороны? Мне плохо видно. Надеюсь, вам будет видно, что сегодня освещение. Не ахти, просто вот такая вырубка. Вот. Красила не так давно иллюстрацию. Что ж такое, все липнет. Вот такая вот штуковина. Вот такая вот была шалтай-болтай здесь. Дальше вот такие вот. Ой, забыла, как они правильно называются. Можно на веревочку, да, просто как закладку сделать. Можно просто здесь бантик. Можно как такая, как бирка на подарок. Да что ж такое-то сегодня, а? Представляете? Время без 15:09 вечером. Вот такая вот штука. Вот такая вот наклейка интересная была. Ну, собственно говоря, сама Алиса. Наклеечка. Ну и вот такие вот Алиса тоже. Дальше такие вот
что ради карт. Вот у меня процессия. Красила тоже. Кстати, здесь тоже красные розы перекрашивают в белые, да? Ну и кролик. Вот такой вот чудной наборчик. Можно оформить какие-то странички в ежедневнике у себя, да? Я вот у меня... Ну, у меня не... Я не назову это ежедневником и не скажу, что у меня это там дневник. Скорее, я больше там записываю какие-то, может, идеи, что мне хочется снять или раскрасить, да, или сделать какие-то, может, мелкие такие небольшие, не грандиозные планы на ближайшее время, да, в раскрашивании, в съемках. Какие-то, что я раскрасила или что хочу раскрасить, что хочу закончить. В общем, вот все в таком духе. Блокнот. Я уже показывала, кстати, месяц не вела. Представляете, прям не знаю почему, но вот у меня вот здесь вот, видите. Вот. Все в таком духе. Ну, так, баловство. Ну, в то же время от открытки, от подписчиков, от друзей. Планы какие-то, что раскрасила. Какие-то просто странички. Иногда, знаете, находит, просто хочется сделать какую-то страничку интересную. Такая у меня была страница в февраль. Март, видите, и уже апрель, а я ничего не делала. Не знаю почему. Как так вышло? Здесь я знаю, я искала подходящую, именно весеннюю иллюстрацию, и так и не... ничего не подобрала. Ну вот апрель, соответственно, тоже не делала, потому что март пустой. Ну вот нужно будет на днях, прям хочу заняться, как раз тем более у меня вот пришли эти штуковины. Ну и пришли еще, были вот такие наклеечки. Но так как я уже говорила, очень давно заказала их и долго, очень прям долго ждала, то они, конечно, сейчас немножко не актуальны. Они будут больше актуальны, я так думаю, по осени. Вот эти вот наклейки. И одни, собственно говоря, и другие. Тоже быстро покажу. Быстро уже сильно не получится. Ну, собственно говоря, у нас такой с вами влог, как я уже сказала, больше поболтать. Ну вот, собственно говоря, вот такие вот листочки. Ягодки и так далее. Вот, видите. Не знаю, камера позволит, не позволит показать. Вот такой листочек. Наклеечки вот всевозможные. Вот. Что еще не показала. Вот такие вот. Но здесь вот больше, конечно, осенние листики. Есть и зеленые. Как вот, например, да, смотрите. Есть вот монстера. Есть такой листочек. Вот такой. Ну, в общем, всевозможные листья. Тоже оформлять. Есть желуди, клевер. В общем, всякая такая билиберда. Ну и вторая тоже, собственно говоря, нечто наподобие. Надо какой-то контейнер прям небольшой для них, наверное, придумать. И у меня еще есть где-то лисята. Тоже наклейки разные, вот. Потому что здесь они все неудобный формат, мятые, потом получается вот такая вот, есть вот такие, их все по две, вот такие вот, допустим, вот тут тоже есть листочки, видите, я не посмотрела, но я заказывала сначала одни, потом другие наклейки, и получилось, что есть даже похожие. Есть просто желудь, видите, вот есть двойные, опять мухоморы, вот это вот камыш, забыла, как он правильно, болотный, не болотный, в общем, какой-то камыш, вот такое вот чудо есть. Вот, я надеюсь, вам видно. Вот, есть ёжик, не знаю, как показать. Ну вот, собственно говоря, вы видели наклеечку лес, белочка. Ну, в общем, все такое максимально, я бы сказала, все-таки больше осенняя такая тематика. Мне хотелось что-то в осенней. Я заказала.
Мишки, видите, они все в этих коробках неудачно лежат. Но дело в том, что пока они пришли, уже это было, в общем-то, не актуально. Пришли зимой, по-моему, ближе к весне, все эти наклейки. И я решила уже особо сильно не это, буду уже клеить вот летом, может, какие-то зайчики, белочки, грибочки. Ну, а в целом это будет осенняя такая тематика. Не знаю, я склоняюсь это все в один пакетик и без коробок, потому что, ну, в целом можно их совмещать. Во-первых, во-вторых, не знаю, как-то неудобно их сейчас вот сидеть, мучиться, чтобы их сюда запихнуть. У меня вот лисички, там прям такая удобная, классная такая штуковина, вот такого формата, только маленькая. Конвертик я показывала тоже как-то, там только лисички в разных ракурсах. А здесь вот пожалели. Пакетика, ну тоже вроде когда, да, покупаете, оно красивое и удобно. Ну вот теперь назад это все запихнуть как-то вот не совсем вау. В общем, вот такие вот еще были покупки у меня. Не знаю, больше, наверное, ничего такого примечательного нету. Ну, была вот, нашла свою из старых запасов, тоже положила для блокнота, может быть, захочется оформить, положила вот наклейки, нашла, не знаю, вдруг пригодится, пока буду думать. Вот такой вот получился легкий влог небольшой моей покупочки, приобретения. Сейчас сяду красить, наносить, сяду оформлять, может, блокнот. Если что-то закончу, сделаю, я вам обязательно в следующем влоге покажу. Не буду перегружать этот влог сильно надолго, не все любят очень длинные влоги. Ну, это даже так, я уже сказала, показать, поболтать, потому что, если честно, я уже не помню, что я покупала, что я показывала, что не показывала из того, что покупала. Поэтому, да что ж такое, извиняюсь. Вот он как издевается, этот сосед. Поэтому буду заканчивать. Спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь, кому понравилось, ставьте лайки. Может, у кого-то какие-то идеи насчет этих страниц. С удовольствием послушаю, пишите. Будет интересно. Ну и всем хорошего весеннего настроения. Осталось совсем чуть-чуть, месяц, и будет лето. Всем вдохновения, отличного настроения. Скоро еще и Пасха. Так что всех с праздником наступающим, так скажем, с наступающей Пасхой. Пока-пока.